познакомить вас с одной очень полезной игрой. Это игра на развитие слухового внимания. С малышами очень полезно учиться различать неречевые звуки. И помогут нам в этом гномики и два любых предмета, которые издают различный по звучанию звук. У меня это молоточек и звоночек. Мы просим ребенка расставить гномиков в ряд. Расставляем гномиков слева направо по одному. Когда все гномики выстроятся, мы говорим ребенку, что сейчас гномик либо будет снимать свой колпачок, либо оставит колпачок у себя. Также мы обговариваем с ребенком, на какой звук он будет снимать колпачок, а на какой звук оставлять. Ну, допустим, если говорим ребенку, если ты услышишь молоточек, вот такой звук, то ты колпачок гномику оставляешь. А если ты услышишь звоночек, вот такой звук, то ты снимаешь гномику колпачок. Очень важный момент, то, что ребенок должен ориентироваться только на звук. Он не должен видеть, какой предмет вы сейчас используете. Источник звука для ребенка должен быть закрыт. Вы можете использовать ширму, тогда ваши действия для ребеночка будут скрыты. Вы можете поставить любое ограждение, можете просто загородить ваши инструменты листом А4 или попросить ребенка отвернуться. У меня это ширма, а вы подстроите под эту задачу то, что у вас есть дома. Итак, мы начинаем игру. Вы издаете звук любым предметом достаточно громко, чтобы ребеночку было хорошо слышно. Ребенок слышит звук и думает, что же ему делать. Оставлять ему колпачок у гномика или снимать? Давайте попробуем сейчас поиграть. В процессе игры ребенок учится не просто различать неречевые звуки и отличать разные по звучанию предметы, что прозвучало, но эта игра научит ребенка последовательно прослеживать элементы в ряду. Это тоже очень важный момент. Попробуйте поиграть с вашим ребенком интересных вам игр.